Томми, первый вопрос, первое впечатление о игре, первый матч на домашнем турнире. Yeah, it was our first game for this season and в общем и целом игрой сегодня доволен. Если говорить о сопернике, то у них уже до этого были игры в Сочи, они в турнире участие принимали, и поэтому первые 10 минут они, скажем так, лучше действовали. Нам же все-таки теперь 10 минут приходилось, скажем, игру почувствовать. Однако уже с этого момента, после 10 минут первых, я считаю, что я в первую очередь доволен, как ребята действовали, и у нас был план, к которому придерживались, и в принципе, если говорить в целом, то удовлетворение от каждой игры есть. Сегодня мы увидели экспериментальный состав без Манина, без Тихонова. В первом звене играл Амиров. Почему вы поставили вот такие, сделали сочетания, да? We have injuries, and that's why, like... Если говорить о тех, кто отсутствовал, так, например, Кольбов, Манин, Тихонов, то есть небольшие повреждения у ребят, поэтому они сегодня были не в составе. А что говорить уже о наших и молодых игроках, которые голодны и мастеровиты при этом. Поэтому они сегодня себя хорошо проявили, поэтому нам понравилось, во-первых, у своего соперника был достаточно хороший состав, поэтому мне понравилось, как действовали те же Пименов, Башкиров, Алдино, Алыкина. То есть, в принципе, их игрой мы очень довольны. Какие цели ставите перед командой на домашний турнир? First three games. Да, ключевое, во-первых, что у нас первые такие три домашних игры. Естественно, мы хотим посмотреть на то, как парни реагируют на то, что мы от них просим. Но, естественно, от игры к игре, то, что в команде обсуждается, мы, естественно, хотим проанализировать и уже увидеть те моменты, которые будем использовать в сезоне, и посмотрим уже, как наши игроки будут действовать, работать. В принципе, уже проговаривалось, было известно то, что словат собирается менять концепцию игры. Можете вкратце объяснить, что это за новая концепция, что вы собираетесь менять? И вот какие вы изменения увидели сегодня? Last season. After last season we did. После прошедшего сезона мы провели достаточно такой серьезный анализ. Были хорошие позитивные стороны нашей игры, но сейчас, если говорить конкретно, то ключевое изменение, которое нужно потребуется в нашей игре, это, конечно, работа над нашей защитой. Мы хотим, чтобы она была агрессивнее. И если говорить об атаке, то ведь мы от своей философии не собираемся отступать. Мы понимаем, что наши сильные стороны – это игра с шайбой, поэтому мы этой концепции будем придерживаться. Но если говорить в общем и целом, то да, ключевое, что на чем нам нужно работать, на что сделать акцент после прошлого сезона, как раз-таки защита.